Собаки снова нападают на мечей. Спецавтохозяйство требует деньги, зоозащитникам не дают решить проблему. Холодное, горячее. Почему температура воды в кранах, а мечей ниже нормы и сколько мы переплачиваем? Как бы ни вышло боком, дрифтеры угрожают жизни горожан. Почему на неуправляемый занос не могут найти управу? Смотрите «Омск» здесь в субботу в 20:00 и в 23:30.